А давайте сегодня поговорим о простых человеческих взаимоотношениях. Дело в том, что было такое-то время, в 1997 году, когда Джон Зукал попросил меня в Соединенных Штатах Америки, сними, говорит, вот это место. А это была школа, в которой внизу было выгравировано его имя. Я не знаю, каких там денежных средств потратил он из своей тогда еще не очень большой американской пенсии, но тем не менее, это случилось. Сегодня мы находимся рядом с областным онкологическим диспансером номер 2 в городе Магнитогорске. И здесь ничего не написано. Хотя я знаю, что в Магнитогорске в большом количестве есть те люди, у которых есть нормальные деньги. Эти деньги бы хотелось предложить городу Магнитогорску. К примеру, купить здесь электросинерджи. То есть такой аппаратный ускоритель, который пробивает. И вот этот ускоритель помог мне в том числе. 56 миллирентген, я не помню, чего там. Но они вышибли кое-что из моей головы. Эта штука действительно помогает. А есть еще такие вещи, которые просто необходимы для областного онкологического диспансера номер 2. Но их почему-то здесь нету. Если кто-то думает, что ему, пусть он и вложит эти деньги, никто не поверит, в смысле просто сопрет эти деньги, так такого не будет. Ну, к примеру, вот я могу съездить купить вам этот электросинерджи по той самой дешевой цене, в которой он продается в Соединенных Штатах Америки, да везде, где угодно, это будет очень хорошо, потому что это правильно. Именно вот так вот тратить ваши деньги, не тратя ничего на себя, потому что, вы знаете, никто не скажет, а я, наверное, скажу, что больных онкологий в городе Магнитогорске очень немало. Это не 50%, а чуть-чуть побольше. Вы все должны это знать. Поэтому прежде чем у вас станут глаза вот такими, когда вам скажут, что вы больны онкологией, вы прежде всего подумайте, что это не совсем то есть. Просто надо вовремя полечиться. И теперь надо подумать, как это сделать. А если у человека появились там необходимые там 100, там, может быть, 200 миллионов долларов, и он не хочет никаким образом запулить их в какие-нибудь там вещи, типа хоккейные, типа там баскетбольные, типа еще какие-то команды, которые, ну, сегодня потратили, а завтра их уже и нету, а хочет потратить их так, чтобы людям было приятно, это вы ко мне обращайтесь.